Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики, гости нашего канала. Всем-всем привет. Что я сегодня буду готовить? Я сегодня сделаю трубочки с сахаром. Сейчас я буду готовить для этих трубочек тесто. Это такой самый-самый простейший рецепт, но трубочки, надо вам сказать, ну просто обалденные, вкусные. Я еще в школе училась, эти трубочки готовила, и нам они очень нравились. А в семье моего мужа их называли марципанами. Как можно их называть марципанами? Я их так и трубочками или рогаликами так и называю. Ладно, неважно. Достала вот свою историческую книжку, которой тоже уже много-много лет, как и мне. И вот рецепт еще раз подглянула. Значит, что для них у меня приготовлено? 3 пачки маргарина я просто поставила на теплую плитку. И вот он растворился у меня, растопился. 300 миллилитров молока тоже достала теплое. Яйца у меня тоже тепленькие. Немножечко вот сейчас для теста я буду использовать сахара, щепоточку соли, дрожжи и мука. Мука у меня, муки будет, уйдет столько, сколько вот тесто возьмет вот это. Я не знаю, сколько по количеству. Вот сказала вам 3 пачки маргарина, 3 яйца, 300 миллилитров молока. А остальное уже по вашему усмотрению. Ну и пачечка дрожжей. Я сейчас что, в молоко, значит, высыпаю вот дрожжи. Молоко у меня не горячее, просто тепленькое. Ну, комнатная температура. Не из холодильника. Это очень-очень быстрое тесто. Надо вам сказать. Также быстренько сюда разбиваем яйца. Особенно для таких ленивцев, как я. Мне очень все хочется побыстрее приготовить и быстро все это поесть, не заморачиваясь. Помешаю хорошо. Можно венчиком. Маргарин берите любой, можете сливочное масло взять. Ну, они вообще тогда, наверное, будут сахарные. Ну, у меня маргарин. Маргарин я взяла просто для выпечки. Было написано там для выпечки. Какой у вас будет, я не знаю. Первый раз, кстати, мешаю вот ложкой. Всегда вилочкой мешала. Все размешалось, все у меня однородненько. Теперь вливаю эту жидкость в маргарин. Взяла, размешала. Так, что я теперь буду делать? Теперь буду делать следующее. Вот. Возьму сито и буду сюда просеивать муку. Вот раньше просеивали муку, потому что попадалась всякая ерунда там. С мешка какие-нибудь эти ворсинки. А сейчас вот мешки-то были какие? Матерчатые. Как, из чего они были, а? Сукно какое-то, не знаю. Ну вот. А сейчас-то капрон, ну как все говорят, но он, тем не менее, он что-то натрясла, что я обогащаю муку кислородом. Ситом, что ли? Нет, ну я же, видишь, трясу ее. Ну я говорю, при помощи сита. Ну да. А раньше у меня было сито, помнишь, какое? Я его недавно только выкинула. Не выкинула даже, а отдала. Белое. Большое сито. Ну, конечно же, это мало. Ну как-то цыганка все свое ношу с собой побольше. Сейчас топрились с ручечками. Сейчас замешу тесто. Поставлю его и положу его в холодильник. Оно у меня там будет лежать 2 часа. Представляете? А потом я его достану и быстренько напеку там трубочек. Печек так вообще быстренько. Да еще духовка, если хорошая.
Да хорошая духовка. У меня хорошая духовка, вот только единственное, что она облезла вся сверху, плита. А духовка-то хорошая. Еще чуть-чуть. Неудобно не из-под руки. Вот такая чашка и ушла. Говорит, не знаю сколько. Что ты знаешь? Я все же на глаз делаю. Нет такого. Ну, сколько есть, столько и потрачу. Ну все, вымесила я это тесто, кладу я его в чашку, сейчас закрою пленкой и поставлю в холодильник на 2 часа. Такая пленка у меня такая плотная, сынок мне подогнал бобиночку, рулончик. Не прилипает она вот так, как та. Ну все, вот так закрыла и на 2 часа в холодильник. Продолжаем снимать наше видео. Вот такое тесто достала я, оно постояло. Вот так вот оно подошло. Сейчас я его достану. Тестечко какое приятное. Так и охота его помять. Раскатала колбаску вот такую. Так, что теперь? Буду делить на части. 3. Что тут у меня? 4. Пусть пока 4. Сейчас посмотрим. Смотря какие рогалики. Их можно разной величины делать. Сейчас я муки немножечко достану. И сыпать. Совсем немножко потрусила. Что-то как-то неаккуратно я сделала первую лепешечку. Если хотите, чтобы они более-менее одинаковые были, можно, например, взять какую-то там, например, формочку. Ну, я вот тарелочку взяла. Раз. Тарелочку обвела. Ну, если хотите. Так, теперь что я делаю? Я сюда насыпаю сахарочек. Можно их делать с сахаром, с маком. Можно, знаете, такие конфетки есть. Как они называются? Желеобразные. Можно туда конфетку заворачивать. Можно варенье. Ну, такое погуще желательно. И вот, это я совсем малепусечные, прям на разик в рот положить. Вот такие вот трубочки. А с перцем можно? С луком положу лучше, или с чесночком. Совсем это малепусечные у меня, прям совсем-совсем вот такие. Сейчас я листик возьму. Все сразу прям. И листик. Вот так вот. Надо расстояние соблюдать маленько, чтобы они не потом не прилипли друг к дружке. Вот так. Оп. Когда будет расширяться при нагреве, да? Ну, там же дрожжи все-таки. Сейчас еще чуть-чуть постоят, пока я их полеплю, они расстоятся. Я еще даже духовку не ставила. Они так будут быстро печься.
сделала вот три листика, накрутила. Тут уже побольше, я же ленивая, как не знаю кто. Так что там еще у меня тесто, тестечко осталось. Сейчас я эти, они пекутся очень быстро. Я буду их печь на 200 градусов. Духовка у меня нагрелась. Я прям посерединке ставлю два листика. Вот напекла я рогалики, трубочки, кому как нравится. И сейчас мы будем пить чай. Я вам хочу сказать, что они очень вкусные. Я уже покушала, конечно, их. Муж мой тоже попробовал. Хочу их пробовать, несколько раз ели. Если вы хотите побольше сахара, то вы, как я показывала, насыпайте побольше. Я там 2 ложечки, вы там 3 сыпьте, 4. Мне хватает сахара. С маком хотела сделать, что-то мака не нашла. Ну ничего, в другой раз сделаем. Потому что это очень-очень легко. Я сейчас всем пожелаю приятного аппетита и всем пожелаю крепкого здоровья, потому что, ну, в последнее время я что-то часто болею. И вам поэтому желаю всем крепкого здоровья. Увидимся. Пока-пока.